Всем привет! Меня зовут Сергей, я играю на акустической гитаре каверы классической рок-музыки. Сегодня речь о группе «Алабама». Появилась она в 1969 году, но датами рождения или становления ее можно также называть 72 и 77 годы. Дело в том, что в 72 году дуэт «Алабама» превратился в трио, а в 77 году стал квартетом. Среди кантри-исполнителей американских «Алабама» самая успешная коммерческая группа. По количеству проданных пластинок, дисков она уступает только грандам рок-музыки, таким, может быть, как Led Zeppelin. Достаточно сказать, что на сей момент в мире продано около 80 миллионов дисков с их записями. Сейчас прозвучит кавер мелодии, которая называется Mountain Music.